Друзья, всем огромный привет! Меня зовут Елена. Вы на канале Селена Кростевич. Сегодня 10 октября, и я начинаю снимать свою новую вышивальную неделю. Основным процессом этой вышивальной недели будет завтрак с омарами от Goblin Set. Работа перед вами. Для тех, кто впервые пришел на канал, скажу, что она вышивается на 25-м каунте гобеленовой сетки нитями 20 оттенков, и размер готовой работы будет 29 на 29 сантиметров. Сразу похвастаюсь, у меня все нити есть в остатках. Вот так вот еще выглядит мешочек, который был полный, довольно-таки был увесистый. Нити, конечно, маловато, но самое главное, нити фона у меня остались. Я переживала за них. Их очень много. Вот здесь вот ушло вот на этот фон. Но, тем не менее, все у меня остается. Я уже обнаглела. Никакие хвостики не дошиваю. Вышиваю, как мне удобно. Но единственные остатки я пока собираю. Потом, конечно, выкину. Ну, думаю, у этого производителя тут с нитями все нормально. Мне девчонки писали, что нитей хватает. Никаких жалоб не было, поэтому думаю, что у меня все закончится хорошо. И мы с вами посмотрим, что мне удалось вышить. Накануне этой вышивальной недели у меня было вышито 8000 петитов, 4000 вот в этом листе схемы и 4000 вот в этом. Здесь это выглядит так. Вот этот лист и вот этот. И мне остается дошить листик. Он представляет собой 2500 петитов. Гораздо меньше, чем эти кусочки. Уже совсем немножко. Девчонки, мне не верится, что я закончу эту работу. И мы с вами посмотрим, что у меня вышивалось в этих листах схемы. Очень интересно. Я, дошив вот этот участок, где был один фон, в видео я вам говорила, что у меня фоновая неделя, в двух процессах из трех я шью фон, в общем, надоело. Перешла я к этому листу схемы, тут меня ждал вот этот вот бокал своеобразный, вот этот вот стакан и начало еще чего-то, скажем так. Бокал, конечно, интересный, девчонки. Он не в таком понимании, как мы с вами привыкли. Вышивая его, я почему-то, знаете, я в превью уже не смотрю. Я ожидала увидеть тонкую ножку, как обычный стандартный бокал. Но, видимо, из-за его размеров бокал в те времена ставился в какой-то, ну, подбокальник, ну, будем называть его подстаканник. Я пересмотрела массу репродукций. Сначала я думала, что перед бокалом стоит какой-то стакан, знаете, вот, ну, сначала стакан, за ним бокал. Нет, все-таки это вот какое-то такое приспособление, как для того, чтобы держать вот этот бокал. Может быть, из-за того, что он такой огромный. Может быть, раньше бокалы именно вот шли с такими, знаете, коваными основаниями. Либо, знаете, тут все так весело, что бокал без подбокальника устоять не может. Мы уже так решили с мужем, потому что, ну, другого ничего в голову не приходит. Рядом с ним стоит стаканчик. На репродукциях я увидела, что в нем налито что-то такого светло-медового цвета. Мы тоже с мужем решили, что это лимонад. Да. Бокалу очень весело, в нем, скорее всего, вино. А здесь пускай, наверное, будет лимонад. Вот он, стакан. Он здесь и на превью такой, знаете, не ярко выраженный, тоже какой-то как кованый. Ну, мы так думаем, здесь в основном металлическая посуда, позолоченная посуда, либо что это еще тогда применялось. Почитать надо. К следующему включению подготовлюсь. Скажу, из чего в основном накрывался, из какой посуды, из какого материала накрывался стол. В общем, стакан. Здесь в нем жидкость не видно, но на многих репродукциях прям виден стеклянный стакан, и в нем налит, скажем так, лимонад.
С этим мы всем как-то определились. Мы, потому что у меня муж тут в процессе участвует активно. Ему нравится очень эта работа, он ждет окончания, мы хотим отправить на оформление, поэтому он периодически заглядывает, что тут еще накрывается на стол, что тут появляется. Ну вот по поводу вот этой светло-желтой, я не знаю что, но это не колбаса, это, наверное, салфетка, свернутая рулоном. Либо, может быть, какая-то булка, либо это, ну, это не предмет сервировки. Мы думаем, что это какая-то еда, не знаем какая. Впервые предмет, который есть на столе, мы не решили по его поводу, что это. В общем, скорее всего, рулон, полотенце кухонное, свернутое рулоном. Ну, салфетка, может, какая-то лежала на столе, руки втирать. В общем, либо булочка, либо салфетка. Больше мы как бы тут ничего не придумали. И перейдя вот к этому листу схемы, у нас дошилась вот эта уже булочка, дошилась тарелка с оливками и дошился вот этот вот круглый поднос с морскими какими-то явствами. Ну, мы думаем, это какие-то раковины, ракушки. Вот такая вот зеленая тарелка. Ну, еда. Вот она. На превью ее видно. В принципе, все выглядит как на превью, но даже лучше, чем на превью. И перешла уже здесь я к вышивке скатерти. Конечно, я не закрепляла нить. У меня нить здесь дошивалась, поэтому я немножко зашла в этот лист схемы и уже начала вышивать. Ну, тут немного, говорить особо не о чем. У меня в этом кусочке дошьется скатерть, бахрома очень красивая. То, что под скатертью, ну, видимо, стена, и дошьется вот эта ножка стола. Осталось мне немножко. Девчонки, перескакиваю с одного на другое, потому что замаячил финиш. Не верю, что этот процесс у меня дошьется. Не хочу сказать дошился, потому что тут еще 2500 петитов, ну 2400, наверное. Не верю. Год он у меня вышивался. Начинала я его в осенних стартах прошлого года. Планировала вышить в декабре. На январских каникулах прям завершить. Оплатила свой багет, который мне очень нравится, резной итальянский, в Белбагет Мастере внесла залог. Ну, я же собиралась работу оформлять. Отшито у меня было вот столько, и я уже собиралась ее отправлять на оформление. Я думала, что тут шить, сейчас я тут дошью и быстренько отправлю. Но на самом деле растянулось все на год. Очень долго. И долго, конечно, за счет гобеленовой сетки. Не просто она у меня пошла. Сейчас я вам хочу сказать, что, конечно, мне нравится работа на гобеленовой сетке. Очень красиво смотрится. Все очень мелко. Получается в одном сантиметре. Вот он, сантиметр на сантиметр. Вот этот квадратик. Здесь 100 стежков. 100 гобеленовых стежков. Или 100 петитов. Или 100 полукрестиков. Как хотите. 100 стежочков вот в одном вот таком малюсеньком квадратике. Много. И вышивается не быстро, особенно вот в этих вот предметах. Здесь такая россыпь крестиков. Долго. И шьешь, а ты все там в этом уголочке. Там шьешь. Ага, замаячил стаканчик. Медленно. Но сейчас у меня вот этот вот лист схемы, он предполагает группы крестиков. Идет у меня здесь скатерть, вот здесь немножко будет россыпь, ну, кисея здесь будет, вот этой коричневой скатерти. Вот она ножка, фон, и это то, что под столом. Стена, наверное, потому что здесь фон, видите, посветлее, здесь он как-то затемнен. И на превью также так вот смотрится. Ну, смысл в том, что здесь группы крестиков, здесь, в принципе, тоже нет никакого, знаете, разброса группами крестики повышиваю и закончу. Уже сказала, это вот этот лист схемы. Вот он ключ, 20 оттенков нити. Девчонки, я очень довольна. Но чем я довольна, я расскажу вам в следующем включении, потому что у меня, надеюсь, завершится эта работа. За 8 вышивальных вечеров я, наверное, закончу.
Ну, если не будет хватать времени, конечно, другие процессы недели повышиваю поменьше, а этот хочу закончить. Очень хочу. 2500 крестиков, кто девчонки вышивают многоцветки, это, конечно, ерунда. Не крестиков даже, а полукрестиков. Это не очень долго. Уже говорил в предыдущих видео, вот эти вот 5 квадратиков, ну здесь 4, вот они 5, я вышиваю за час. Где-то 10 минут у меня уходит на 100 петитов. Но это если не сильно сложно. Вот в этом кубке я, конечно, тут, девчонки, самый сложный предмет в этой работе. Это именно кубок. Я тут даже времени засекала. Я тут ошибалась, я тут исправлялась, я тут не могла понять, кто у меня, что у меня, где. Но, тем не менее, все вышло очень хорошо. Все у меня потом сошлось. Пересчитывала я 100 раз. Да, сетка непростая, но зато видите, какой эффект. Это не аида. Нет бэкстича, нет 100 оттенков нитей, всего 20. И вот так шикарно все разработано. Хотела бы вышить от гобелен сет еще какую-то работу, но сначала нужно закончить эту. В следующем включении вам все покажу и посмотрим, что у меня с вами навышивалось. Друзья, приветствую вас в следующем включении. Закончилась моя вышивальная неделя, и результатом этой вышивальной недели стало завершение завтрака с омарами от Goblin Set. Дошилось у меня здесь 2500 петитов. В принципе, это было немного, завершила быстро, постирала работу, отутюжила, и хочу сейчас немножко вам рассказать о самом наборе и немного о художнике. Набор этот был создан компанией Goblin Set по мотивам картин Вильяма Класхеда. Это голландский живописец, мастер натюрморта, и он считается мастером завтраков. Завтрак изображался с помощью каких-то обыденных предметов на краю стола, и все эти предметы носили скрытый аллегорический смысл. То есть лимон подразумевал внешнюю красоту, погасшая свеча – символ окончания жизни, а вот такая серебристая шикарная посуда – земное богатство. Конечно, художник в этом натюрморте призывает позаботиться о душе, а не только о теле. Это такое направление было в голландской живописи. Именно в 17 веке все изображаемые предметы носили какой-то скрытый смысл. Это я сегодня почитала все в интернете, рассказываю вам кратко. Конечно, художник является мастером изображения бликов. Здесь использован его такой метод. Из окна в мастерскую падает свет и отражается во всех предметах, которые разные по фактуре. То есть и в кувшине, вот они блики, и ярко высвечена скатерть, и мы видим все предметы на столе, каждый по-своему играет. В общем, очень интересно. Девчонки, сегодня пересмотрела я множество репродукций, почитала описание картин этого художника, и мне в интернете попалось описание этой работы в стихах, и я нашла то, что я искала. У меня были сомнения по поводу вот этого предмета, и в описании было написано, что здесь есть и омар, и оливки, и булочка. Все-таки это булочка. Я думала, конечно, что это салфетка, потому что булочка вроде к оливкам и крабам, к омарам, к ракушкам, к лимонам вроде неуместно, но тем не менее это булочка. И я вам хочу сказать, да, этот предмет больше похож на булочку, нежели на салфетку. Булочка такая, знаете, пышная, небольшая, думаю, что вкусненькая. В общем, сомнения мои все разрешились, и вот такой шикарный натюрморт перед вами. Стол накрыт. Я бы не сказала, что это обыденные предметы. Стол накрыт шикарной посудой, в бокале плещется вино.
крабы, омары, ракушки на столе, оливки, упавший кубок. Вот так подвернута немножко скатерть. Она, наверное, я так понимаю, здесь съехала, ее вот так вот подвернули сюда. Свеча затухшая, но я свечу здесь не рассматриваю как символ окончания жизни. Я думаю, просто люди с вечера ее затушили и сейчас зажгут снова, а она снова загорится. Прекрасная, конечно, работа, все мне нравится. По материалам всем довольна, если кратко. У меня остались нити на бобинках намотаны, и их всех много. В основном осталось, девчонки, вот такое количество. Самые яркие нити, специально вам бобинки достала, это вот эти оранжевые и вот эти желтые. Все остальные нити это оттенки коричневых, золотистых оттенков, болотных, зеленых. В общем, все такое, знаете, в очень спокойных классических тонах. И весь натюрморт выдержан в единой гамме, кое-где тут немножко какие-то есть оттенки вот этих морских крабов или омаров оранжевые, немножко желтый лимон, чуть-чуть есть желтое в вот в этой кисее у скатерти, а так в основном натюрморт выдержан в очень спокойных тонах, очень все так, знаете, в одной тональности, все предметы вроде яркие, но никакой предмет к себе внимание не привлекает. Очень красиво. Я, конечно, рада, что мое знакомство с гобеленовой сеткой началось именно с этой работы, потому что для тех, кто впервые будет вышивать на гобеленовой сетке, скажу, что нужно работу выбирать не очень сложную. Я покупала натюрморт просто потому, что он мне понравился. И работы по картинам известных художников всегда, конечно, получаются идеально. Но здесь есть очень большой плюс. Наличие вот этого фона. Все это зашивалось нитью одного оттенка. Вот здесь тоже один оттенок. Вот здесь переход тоже один оттенок. То есть здесь ничего не нужно считать. Конечно, немножко сложно россыпь крестиков вышивать. Самый сложный предмет у меня вот этот вот кубок. Здесь я ошибалась, распарывала и долго все приводила в порядок. И именно кубок дался мне сложнее всего. Все остальное, в принципе, шло легко. Вы даже сами можете увидеть вот этот вот предмет. Я думаю, это, скорее всего, ваза. Либо, возможно, венецианское стекло. Но на стекло тоже не похоже. Думаю, ваза. Здесь идут группы крестиков. В скатерти также группы крестиков, они вот как не спадают складки скатерти, также здесь вот эти были цветовые пятна петитов, группы петитов. И все, вы знаете, вышиваешь, так интересно, вроде какое-то темное пятно, как грязное. Потом смотришь, это складка, там где потемнее, она как-то внутрь ушла, складка скатерти, где посветлее, как-то она сюда к вам выдалась. Очень интересно. Разработка бесподобная, 20 оттенков нитей, отсутствие бэкстича. Никаких волшебных стежков, каких-то фрузелков. То, что фрузелки у меня вообще не идут, скажу вот так. С бэкстичем еще я как-то дружу. Ничего такого, никаких заморочек. И получился вот такой идеальный, красивый, яркий, классический натюрморт. Я очень довольна. Я думаю, из натюрмортов, наверное, это будет лучший, который у меня вышит. Я планирую вышивать на гобеленовой сетке еще натюрморты. У меня куплены сюжеты от Goblin Set. Ну, посмотрим, что там получится. В принципе, смотрю отшивы, тоже очень красиво получается. По нитям сказала вам, у меня нити остались. Был у меня вот этот пакет полный, и он был прям набит нитями, когда я начинала вышивать. Уже сказала, девчонки, мне всего хватило, у меня осталось чуть-чуть. Я очень довольна, что нити остались, потому что переживала, что у меня
Чего-то не хватит. Вот эти фоновые нити у меня их осталось больше всего. Но я, конечно, уже только в конце стала какие-то хвостики выкидывать. Ну, я их не выкидывала, складывала. Так у меня здесь зашивался каждый хвостик. Я все старалась, закрепляла. Думаю, мало ли, где я потом найду такие нити. Гоблинсет их красит сам. Где я потом что подберу? Они на DMC не похожи. Они не так блестят, они более какие-то матовые, не очень сильно путаются. В общем, структура очень интересная. Такой какой-то приглушенный блеск. Больше я бы даже сказала, что они матовые. Вот такие нити. Покажу я вам схему. Она у меня состояла из 12 схем. И вот эти вот 4 схемы, они были более узкие. Они были вот такого формата. Это мой угол нижний правый. А вообще вот эта правая часть схем выглядели вот так. Гораздо они меньше, чем листы, расположенные вот в этой части работы. Ну вот видите, вышивалось у меня тут и апрель, и сентябрь, и август. Очень все долго. Начинала я, по-моему, с нижнего левого угла и уже шла так, а потом уже спускалась вниз. Не от середины я начинала эту работу, начинала именно с угла. Ну, уже да, сказала, что хотела забросить, потому что на гобеленовой сетке шьешь-шьешь. Один вот этот вот квадратик, это 10 на 10 петитов, сантиметр, в нем находится 100 стежков гобеленовых. Девчонки, 100 стежков в фоне у меня вышивалось ровно 10 минут. Но это в фоне, где ты сидишь, просто шьешь, в принципе, торопишься. А вот в таких предметах 100 стежков вышить, это, знаете, можно потратить целый вечер, тем более здесь вот я распарывала. Вот такие у меня ощущения, впечатления. Я очень рада, что подружилась с гобеленовой сеткой. Уже сказал, для меня прям это открытие. Начала я работу в прошлом году. Открытие все-таки этого года. Потому что в прошлом году я начала. Я была под впечатлением. Говорила уже, хотела бросить, не хочу. Все медленно. В общем, для тех, кто вышивает разнообразную работу, советую, конечно, вышить что-то на гобеленовой сетке. Хотя бы вот такую небольшую работу. И именно гобеленовым стежком. Я думаю, если бы это был крест, все смотрелось бы по-другому. И, наверное, сегодня я бы вам законченную работу не показывала. Было бы все гораздо дольше. Вот такая радость у меня состоялась, хотела с вами поделиться. Сумбурное у меня такое видео, потому что сейчас я примчалась на обед, стараюсь снять, пока светло. Мне хочется вам как можно больше рассказать. Подготовила я тезисы о художнике по мотивам картин, которого был создан набор. Ну, перескакиваю уже тут с одного на другое. Ну, думаю, вы меня поняли. Я рада, что закончила работу и буду ждать ваши комментарии. Друзья, еще на этой неделе у меня будет вышиваться вот такой процесс от Dimensions. Это попугайные тюльпаны. Для тех, кто впервые на канале, скажу, что вышивается работа на Аиде 18 каунта. Нити расположены на органайзерах от производителя. Я их тоже использую для парковки игл. И еще в комплекте идет вот такая вот коса запасных нитей. Это в основном оттенки, которые используются в фоне. И зеленые оттенки, которых также очень много используется в этом дизайне. Накануне начала этой вышивальной недели я отшила 1500 стежков. Вот здесь они находятся. В предыдущих видео я показывала вам зашитый правый верхний угол. Рассказывала, что у меня неделя такая фоновая. В двух работах вышивальной недели из трех у меня вышивался фон. И сейчас я уже перешла к вышивке цветов.
отшито у меня, я уже сказала, здесь 1500 стежков. Это полукрест и крест. В основном крест в цветочке, а полукрест вот в этом фоне. Вот так вот смотрится цветок. И я планирую спускаться уже вниз. Конечно, мне хочется закончить вот эти вот цветочки. Это как раз будет половина работы. И потом уже я перейду к отшиву вазы. Но самое для меня, я так думаю, будет унылое, это именно тумбочка. Здесь такие спокойные коричневые оттенки нитей. Поэтому даже не знаю, что я буду делать. Ну, сейчас у меня такие планы. Я хочу перейти к тумбочке. Но вообще-то нужно еще вот тут вот повышивать. Но когда я перейду к тумбочке, я буду вышивать бэкстич в цветочках. Я так думаю, уже я соскучусь по цветам. И мне захочется как-то вернуться к ним. И я буду вышивать иногда тумбочку, иногда бэкстич в цветах. Сами понимаете, что бэкстич — это тоже такое дело. Не все его любят, но я отношусь к нему нормально. Для меня бэкстич — это такой художественный элемент. Он прорисовывает, конечно, все предметы. Здесь он у меня прорисует цветы. Я думаю, они станут еще прелестнее. Поэтому деваться все равно некуда. В таком виде я работу не оставлю. Буду вышивать и буду вам показывать. На этой вышивальной неделе планирую отшить вот эту группу цветов. Не знаю, насколько у меня это получится, потому что я хочу завершить свою основную работу недели. Что у меня будет по времени, но хотелось бы их вышить. И вот так, я уже вам сказала, это половина работы. Знаете, как-то, когда осознаешь, что ты закрыл один угол работы, потом закрылся следующий угол работы, и как-то уже идешь, и вышив половину работы, какой-то такой результат стимулирует к вышивке. Хочется вышивать дальше. То есть, отшив половину, я думаю, мне захочется быстрее работу закончить. Но это я так надеюсь. Там уже настанет зима. Захочу ли я зимой вышивать цветочки? Ну, тут не цветочки. У меня, скорее всего, тут уже будет ваза. Потом вот эта моя любимая тумбочка. И еще мне нужно будет вышивать вот этот фон черной нитью. Вот он у меня здесь начался. Конечно, я вам рассказывала, что я замучилась. Он вышивается в 4 нити. Слава богу, полукрестом. Начинала вышивать тонкой иголочкой. По-моему, я 28-ю даже брала. Потом мне уже девчонки в комментариях написали. Оксана Демидова мне написала: возьмите толстую иглу. Я нашла у себя, девчонки, даже не знаю, какой номер. Скорее всего, 24-й или, возможно, еще она толще. Игла у меня, конечно, не от наборов от Вервака. Там вообще игла для акрила. Но игла у меня такая, знаете, конкретная. В следующем видео я подготовлю ее, вам покажу, какая у меня игла используется для этого волшебного полукреста. И все, пошло у меня проще. Я, в принципе, сейчас не сильно озадачиваюсь этим фоном, потому что в начале процесса он меня поверг в шок. Его здесь много, он повсюду, в основном в 4 нити, кое-где, по-моему, в 3, не помню. Вот здесь вот где-то есть в 3. В общем, тонкой иглой вышивать — это вообще просто мучение. Я исколол себе все руки. Проблема вставить в иглу 4 нити. Ну, в 28 номер, да, проблема. Хорошо, что есть обратная связь. Поэтому будем общаться. Пишите комментарии, что вы думаете по поводу этого процесса. Может, кто-то еще вышивает. Девушка мне одна пишет, что вышивает, но начала она именно от тумбы, от вазы, от фона. Ну, сейчас вот вышивает цветы, да, меня страшит все это, что будет дальше, вот это все. Ну, это уже, знаете, как неизбежность. Ты же не бросишь одни цветы, не вышив вазу и тумбочку. Поэтому
буду вышивать, и в следующем включении вам покажу, что у меня получилось. Немного я повышивала тюльпаны от Dimensions. Не удалось мне осуществить свои планы. В очередной раз они у меня превратились в мечты. Хотелось мне вышить группу цветов, которая расположена вот здесь, но вышилось у меня только 1300 стежков. Это крестики и полукрестики. Я дошила вот этот вот цветок и начала понемножку вышивать вот эти вот тюльпанчики. Но их почти не видно. Крестики разбросаны. Сейчас, конечно, буду продолжать спускаться вниз. У меня сейчас работа эта вышивается немножко по-другому. Я не вышиваю ее по элементам. Здесь я вышивала по цветам. Например, этот цветок вышивала, переходила к этому. Сейчас у меня так не получается. Здесь сюжет заполнен цветами не настолько плотно. Здесь много фона. И я сейчас вышиваю вот такими полосами. То есть вот я отшила вот столько, посчитала по схеме, это где-то 1300 стежков. Крестики, полукрестики, но если в крестики переводить, возможно, это около 1000 крестиков. В принципе, результатом этой недели по этому процессу я довольна. Я его снимала с рамы, ставила на раму, опять снимала с рамы, потому что с изнанки у меня завязываются узелки. С рамой не так удобно, гораздо удобнее с пяльцами, но опять же, если вышиваешь недолго. Если вышивать весь день, конечно, рама выручает. А если я сажусь там на час, на два, то в принципе рука, которая держит пяльцы, за час, за два не устает. Вот такие продвижения именно по этой работе. Уже сказала довольна, буду вышивать дальше. Планировать ничего не буду. Буду вам в следующих видео показывать продвижение. Покажу вам еще один процесс этой вышивальной недели. Буду вышивать русалку от Mirabilia. Это также старт прошлого года. Процесс перешел со мной в этот год. Вышивается на 32-м каунте цвета Laurel. Это пермин. Размер 18×27, говорю, в инчах. А в сантиметрах 50×70. Материалы у меня все по ключу. Покупала на 1, 2, 3 стич. Наверное, полтора года назад, и сейчас в этом году хотела бы ее завершить. Накануне начала вышивальной недели у меня вышивался вот этот вот морской конек. Вышила я его основание, и пока вот эти плавнички еще у меня только планируют вышиваться. Конечно, мне хотелось бы дошить вот здесь вот весь элемент, чтобы уже было какое-то завершение. И можно уже переходить бы было к хвосту. Вот так вот у меня сейчас все это смотрится. Работа идет не быстро, потому что это лен. Девчонки, накануне съемки, вышивая вот этого конька, распарывала я 3 раза. 2 раза я не туда завела крестики. Тут не за что зацепиться. То есть, вышивая конька, потом, например, светлым цветом, добавляя еще какой-то цвет, увидела, что ошиблась, распорола. Хорошо, что это увидела все сразу. Но долго очень. Долго, и вышивать, наверное, вечером не вариант. Нужно вышивать в течение дня, спокойно и никуда не торопясь. 3-й раз уже распарывала, у меня с изнанки завязался узел. Вышиваю на раме и в основном изнанку не вижу, то есть раму я туда-сюда не поворачиваю. Сейчас закрепляю нить на лице. В общем, переставляла все это на пяльце, вышивала на пяльцах. Ну, на пяльцах держать тут такой немаленький кусок ткани, конечно, не очень удобно. Потом переставила опять на раму, в общем, ужасы какие-то, ужасы. Но, конечно, на пяльцах вышивать удобнее в плане
того, что ты сразу видишь узелки. Вот эти желтые оттенки очень путались у меня нити, хотя это DMC. Попробую их прополоскать, наверное, в кондиционере и погляжу уже, что получится. Потому что завязываются в узлы, развязать там просто дергая невозможно. И если не увидел, потом все это с изнанки торчит, будет выпирать все эти узлы. В общем, стараюсь сразу все это убрать, чтобы не было потом при оформлении никаких изъянов. Так все в работе нравится. Подошла я к этому коньку вот этой вот окантовкой. Эта рама идет по всему периметру. Вот она на превью. И уже здесь мне, конечно, считать просто. Все я просчитала, расстояние между вот этим вот как бы завершением кусочка рамы, началом. Все у меня сходится от цветка вот этого количества крестиков. Оно же переплетение нитей, тоже все сходится. В общем, он у меня находится на месте. Проще, когда есть за что зацепиться, так сложно. Очень сложно. Сейчас я вот это все подвела, пересчитала, и у меня работа пошла быстрее. Сейчас буду здесь вышивать осьминога, либо это какая-то завитушка морской волны, и хочу закончить вот этот вот элемент. И в следующем видео уже вам все покажу. Еще одна моя работа этой вышивальной недели. Русалка от Mirabilli. Немножко продвинулась. Я вышивала вот этот вот элемент. Показала я вам в начале вышивальной недели вот этого конька. Он у меня не дошит. Вот здесь будут его плавнички или хвостик. Вышился у меня вот этот элемент. И немножко бэксич вокруг него. Сюда бэксич не повела, потому что здесь есть недошитые моменты. Удивлением этой недели для меня стало, что вот эти буквы вышиваются креником. Девчонки, по ключу смотрела, думала, это бусины. И вот здесь у меня не зашитый элемент. У меня просвечивает здесь лен. Я собиралась пришивать бусины. Вчера внимательно посмотрела ключ, почитала. Это креник. Здесь я, конечно, креник вышел, но здесь уже не стал прыгать туда-сюда, дошью. Может быть, сегодня вечером сяду и кое-что тут подошиваю. По кренику. Креник рекомендовано вышивать здесь в две нити. Я начала вышивать вот здесь вот в две нити. И мне не нравится, как он ложится. Во-первых, грубовато смотрится. Во-вторых, в две нити он очень тяжелый в работе. Его и в одну-то нить проблемно вышивать. Он путается, узелочки эти распутать. Знаете, не больно-то подергаешь весь этот люрикс, я его так называю. В две нити это вообще какая-то каторга. Я думаю, что я буду вышивать места, где есть креник, в одну нить. Возможно, они не так будут выделяться. Но опять же, вот у нас дома бывают гости, приезжают родственники. Я не знаю, кто из них сможет отличить креник в две нити и креник в одну нить. Может быть, в две нити будет более ярко и как-то выделяться. Кстати, вот по бэксичу. Я также не люблю бэксичу две нити. Он неаккуратно ложится. Он очень грубо смотрится. Бэксич в одну нить, я когда веду ниточку, я вывожу следующий стежок из предыдущего, то есть прокалываю нить очень тонкой иглой, швейной, и поэтому у меня бэксич идет как единая нить. Здесь же вот такие какие-то получаются стежки. По ключу и, судя по превью, бэксич здесь предполагается в две нити. В одну он, наверное, будет теряться. Во-первых, темноватая основа. Во-вторых, такие какие-то яркие элементы. Я думаю, они просто вот это все заглушат, если сделать в одну нить. В общем, подумаю. Но с креником определилась. Креник будет в одну нить. Вот такие продвижения по этой работе. Они небольшие, но я рада, что у меня к завершению идет вот этот элемент. Возможно, у вот этого морского конька я пришью бусины, потому что он у меня не будет парами подтягиваться ни вверх, ни вниз. Бисер не пострадает от закрепления каких-то рам, поэтому, возможно, я
Здесь пришью бисер. Интересно, коньки, конечно, у Нора Корбетт очень красивые морские. Я сужу по своей первой и единственной мирабиле. Эту работу я вышиваю в пару к вышитой русалке, поэтому там коньки просто глаз не оторвать. Была даже какая-то версия, что у Мирабеллы один конек мальчик, один конек девочка. Девчонки, я не увидела разницы. Я долго их рассматривала. Они абсолютно одинаковые. Я не знаю, может, выражение морды, как там у них что отличается. Они оба просто одно и то же, расположены в разные стороны. В общем, вот так. Коньки красивые, возможно, пришью бисер. Это по этой работе. Друзья, состоялся у меня на этой вышивальной неделе осенний старт. Сомневалась я по поводу начинать, не начинать, потому что работ у меня начатых много, не все вышиваются, что-то нужно завершить, впереди Новый год, но потом все-таки решилась. В комнате висит большая картина, такой осенний лес, немножко темноватый такой сюжет, это холст масла. И я воспринимаю эту картину как осень в лесу и дело к вечеру. Вот так. Все, кто видит, родственники, вот у нас ее впервые, все сказали, какая темная картина, какая тяжелая. Я не вижу там ничего тяжелого. Просто вода затемняется, наступает как бы вечер. Над водой склонились деревья и кусты. И все вот так, как бы нет солнца. Поэтому мы с мужем решили как-то осветлить эту стену и вышить осеннюю какую-то работу, но уже в более светлых тонах. На этом сюжете солнца нет, но все такое какое-то более светлое и, возможно, позитивное. Хотя, повторюсь, я картину, которая у нас висит на стене, негативной не воспринимаю. Просто наступает вечер. В общем, мы решили, что у нас нужен рядом день или утро, и выбирая из сюжетов осенних, выбрали именно этот набор. Выбирал муж, сразу вам скажу. Я больше склонялась к Маруське и Котовскому, но всех котов, собак, которые я хотела бы вышить, я пока не начала. Муж не хочет заводить никаких животных, хотя мне хотелось бы, наверное, собачку, можно было и котика, но у нас много цветов, есть опасность, что все это будет поедаться. В общем, пока нет. Поэтому коты были отметены, и муж остановился именно вот на этом сюжете. Нравится. Это набор от «Золотое Руно». Вот так будет выглядеть отшитая работа. Вот такие сосны. У нас в Поволжье такая растительность как раз-таки преобладает. Дома у нас в Ульяновске, особенно в районе, много вот таких вековых сосен, именно вот таких высоких. И вот такой песчаный берег у Волги. В общем, это наш поволжский пейзаж. Очень похож. Красивая такая разработка, дизайн Елены Кроминой, размер готовой работы небольшой, 31 на 26 сантиметров, и в работе используется 45 оттенков нитей. Покажу вам ниточки, вот такие небесные оттенки, оттенки осени, оттенки зелени, такой вот еловой зелени. И еще немножко вот таких вот тут различных оттенков. Вот таких осенние кусты, деревья. И вот такие желтые, наверное, будут листья. Но тут листьев мало, только у березок. Вот такие вот нити. В набор входит Аида 18 каунта от Цвайгард и нити Мадейра. Стоят здесь такие вот голограммы, ниточки Мадейра и основа Цвайгард. Набор, конечно, укомплектован очень хорошими материалами. Цена была приемлемая. Муж заказывал на Озоне. Это, опять же,
знаете, как подарок, потому что у меня уже целая коробка всяких дизайнов, пейзажей, цветов, в основном цветов. И на Озоне была скидка. По-моему, Золотое Руно продает наборы. Все пришло мне быстро тут. В общем-то, и нечего рассказывать. Упаковано хорошо. И, конечно, я стартовала. Был 14-й лунный день. В субботу вечером, накануне начала вот этой вышивальной недели, я села. Девчонки, 12 ночи. Думаю, нет, надо начинать, потому что я сейчас закончу свой гоблин-сет. У меня освободится место для нового старта. А старт-то когда делать? Я стартую обычно в 7-й лунный день, либо в 14-й. По-моему, 10-й не очень подходит. Вот 14-й лунный день идеальный. Суббота вечером. Для таких вышивальщиц, как я, это суббота ночью начала я вышивать этот процесс. Вышила свои 100 крестиков. Шло все очень быстро. Я вышивала на руках в два прокола. Немножко уже тут расчертила основу, но я все не расчерчиваю, потому что вам, когда я показываю, я все подутюживаю и брызгаю, разметка исчезает. Поэтому вот сейчас я работаю в этом углу, и у меня расчерчено. Начала я с левого верхнего угла, отступив по 5 сантиметров сверху и снизу. Я не стала отцентровывать работу. Скажу почему. Развернула я все 4 листа схемы. Сейчас покажу вам. Конечно, центр там обозначен, но для меня лучше было склеить все 4 листа. И, конечно, я их склеивать не стала. Начала вот с этого, с левого верхнего угла. И думаю, что пойду постепенно вниз и вправо. И буду потихоньку вышивать. Конечно, бы начать, по идее, нужно было с нижнего левого угла. Как бы растут деревья, растут стволы, появляется зелень. Но я обычно начинаю с центра, иду вверх и влево, и уже продолжаю вправо и спускаюсь вниз. Почти то же самое. Сейчас я просто не из центра, а пошла сразу с левого верхнего угла. Ключ вот такой вот, не сильно большой, скажем так. В Dimensions тюльпанах он у меня гораздо больше. Есть бленды. Вышивается работа крестом в 2 и в 1 нить. Полукреста нет. Вот такой ключ, фрагменты схемы. Есть в наборе описание всяких стежков, как что делать, как нить закреплять. И сами листы схемы. Покажу один из них. Девчонки, я вышиваю по бумаге. Вот такие значки. В принципе, они для меня очень удобные, не мелкие. Я ничего копировать не буду. Буду работать по этой схеме и наслаждаться процессом. Я очень довольна, что стартовала с этой работой, потому что уже сказала, гоблин-сет сейчас закончится. И что? Лунный день-то удачный будет почти через месяц. То есть сидеть месяц, ждать нового лунного дня, дня для вдохновения. Поэтому начала. Свозила эту работу в лес. Покажу вам сейчас фотки и небольшое включение сделаю. После вот этого включения посмотрите, зарядила эту работу осенней энергией. Правда, там у нас клены не растут в Волгоградской области, еле растут акации в лесу, и очень много взошло мелкого лесного папоротника. Но я так думаю, что это папоротник. Шли дожди, и все кругом, знаете, не то что зеленое, все кругом такое, как весной, светло-салатовое, такое красивое, трава. То есть сушь почти нигде не видно. Но в ельнике, да, сушь, вот где мы грибочки собирали, там как-то трава в елках мало растет. А где встречаются другие деревья, там, ну, весна, весна. Я фотографировала в траве, свозили. Грибы, конечно, муж в основном собирал. Ему почему-то больше везет. Он как-то идет и видит. Я иду, иду, ничего не вижу. Потом там наклоняюсь положить работу, чтобы сфотать. А, грибы. И вот так вот я грибы собирала. Все грибы, которые я собрала, это возле моей фотосессии. То есть я все это складываю, выкладываю. О, еще и грибы есть. Вот так вот собирала я грибы. Муж набрал немножко, а я как-то нет. Хотя я думала, что у нас в семье я больше грибник,
Оказалось, нет, я все-таки вышивальщица. Завершилась моя вышивальная неделя. Сегодня 18 октября, и я планирую смонтировать видео и завтра утром уже его опубликовать. Кратко скажу, что я очень довольна этой вышивальной неделей. Я вышивала на разных основах, и на льне, и на гобеленовой сетке, и на аиде 18 каунта. Продвижения, конечно, у меня не грандиозные, но мне было не скучно. Также у меня на этой неделе состоялся старт. Я начала пейзаж, который мне давно нравится, от Золотое Руно. И у меня наконец-таки состоялся финиш. Я закончила завтрак с омарами. Процесс, который растянулся на год. Мечтал я его закончить в январе. Ну вот, закончила сейчас, в середине октября. На этом мы будем с вами прощаться. Желаю вам здоровья и мира. И до новых встреч!